Отличный весенний денек какой-то. Теплый. Ветра нет, птички поют. Сигнал охотника. Двойной. Попробуем разжечь костер. Ну еще не знаю. Надо, короче, вот эту выковырить. Сейчас попробуем, еще ни разу не делал. Ну, типа, если спичек нет. Так, это пыш у нас сверху. А, чтобы он не бахнул резко. Вот пыш внутри. Сама это... Ага, вот она. Это что? Ну, ракета сама. Которая светится и горит, что ли? Да. У нее температура вот огромная. Сейчас мы ее попробуем. С капсулем вот этим сейчас воспламенить. Она уже не полетит, но зажечь должна. А она в сторонку-то не отлетит? Она не полетит, у нее кинетической энергии-то нет никакой. Сейчас мы просто капсулу воспламеним. Самим охотником. Вот. Должна, не знаю, сейчас попробуем. Оказывается, есть кинетическая энергия-то. Давай, спички доставай. Слушай, а почему она улетела-то? Ну, капсула-то взрывается? Капсуль-то, что капсуль-то? Ну, она, то есть, ее надо было раскрошить, слушай. Точно надо было раскрошить. Так давай так подождем. Сейчас подождем. Раскрошить надо было, конечно. Так она, то, что раскрошил бы, все равно разлетелось бы по сторонам. А что я неправильно сделал? Что-то не воспламеняется даже. Не падай. Взяла, упала. Куда падает, а? Это магний, наверное, там прессованный. Магний есть, наверное. Неужели от капсулы такая температура бешеная, что он так успевает быстро воспламениться? Обалдеть!
Короче, ему надо высокую температуру момент, ну, как сказать. Толчок. Капсуль, видимо, там непростой тоже. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как люди поджигают. В следующий раз подождем.